Добрый день. Как, наверное, можно заметить по моему распухшему носу и странному голосу, я болею, у меня бронхит. Но, надеюсь, это мне не помешает рассказать вам сегодня о клоунах из игры Left 4 Dead. Клоуны — это один из подвидов обычных зомби. Встречается в Left 4 Dead 2 на карте Мрачный Карнавал. Пищащие носы способны привлекать к себе других зомби, что делает их мишенью номер один. Особой мутацией не являются. Их единственная особенность в необычном костюме. Атакуют, как и любые другие зомби. То есть пытаются забить игрока до смерти. И да, простите, у меня баг в игре, в результате которого все зомби превращаются в клоуны. Не знаю, как его исправить, может быть, кто-нибудь что-нибудь посоветует. Но на данный момент это мне пришлось на руку. Легче было отснять нужный материал. Итак, подытожим все, что мы знаем о клоунах. Это обычные зомби в необычном костюме. Опасность представляют не больше, чем любой другой член Орды. Единственная важная вещь — это то, что их нужно уничтожать в первую очередь, чтобы не сбежалось еще больше зомби. И на сегодня пока все. До свидания.